Это поздница. Вот земляничка цветет. Скоро уже и ягоды будут. Землянка. Вау. Кто-то пробовал отвал. Что здесь? Ну и что здесь? Да, кварц. Кварчик, кварчик. Вот булдыганы. Вот этот интересный пигматит. Надо заснять образец. Эх, как вертело-то тут. Вот это мелкая графика. Вот практически перпендикулярно. Так она и есть, вот эти их теоглипты. Вот. А потом развернула и вон поперла в другую сторону. Сечение уже вот здесь вот. И слюдка. Интересный пигматит. Тоже эти неровные здесь так. В другом угле по-другому их теоглипты располагаются. Вот какая шахта. Глубокая, не буду подходить.
на телефонку надвигается ночь. Так, и будем спать. Спальник готов. Надеюсь, зверей не будет. Разведочная канавка. Кто-то жилу подсекал. Где-то, наверное, есть. Опа. А вот эту я не видел еще. На отвале, конечно, хорошо искать. Лежишь, докопаешь там. А вот если что-то настоящее, то надо уже тогда копать. Ну вот на телефонке, например, увидели там копь какую-нибудь, ну где прирыто, вторую там закопушку какую-то, ну лучше, допустим, три или сколько там нашли, ясно, что здесь что-то находили, и напрямую видно, что здесь какая-то жила проходит. Ну вот, в частности, на телефонке там пегматитовая. Если встанете на крайнюю закопушку, то увидите, что она, в принципе, ну, на одной прямой находится. Вот. То есть вот здесь вот, где тут ручки-то нет. То есть вот идет пегматитовая жила, а здесь был черный кварчик, и поэтому здесь образовались копии, там что-то нашли. Можно, конечно, вот здесь вот поискать между этими копьями, но 100 пудов там уже все проверено, наверное. А вот если хотите что-то новое, если вам повезет, то можно будет взять, попробовать где-то в хвосте жилы провести разведочную канавку. Ну вот, вы ее сделали и можете подсечь эту жилу. Если проведете где-то в другом месте эту канавку, то жила, видите, она ослепла, ушла или еще что-нибудь, то вам не повезло. Поэтому если вот здесь вы жилу подсекли, вот сейчас попробую найти
найти что-то у меня там где-то было по разведочной канавке, где на телефонке жилу подсек. Ну вот, канавка сделана. Обнаружен. Плохо видно здесь. Письменный гранит. Ну вот, если бы вы подсекли эту жилку, то есть обнаружили пегматит. Сейчас пегматитик покажу я. Дальше нужно будет вам искать, где есть кварчик на этой пегматитовой жиле. Можете просто по этой жиле пройтись, смотреть. Как правило, дерн надо снимать, или высыпки смотреть, или здесь где-то, или здесь, или черт его знает где. Но если вы кварчик нашли, вот за ним вглубь, пожалуйста, вперед. Тоже где-то у меня там есть фотки, я покажу. В разведочной канавке где-то нашел пегматит, и там же слабый кварчик был. И вот по кварцу я шел вглубь, 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 и нашел немножко. И теперь нашелся кварчик. Жила длинная, ее в любом месте не будешь копать, но если нашли кварчик черненький, то по нему можно, как по проводничку, дойти до жилы. Ну, в данном случае вот здесь вот он идет. Вот. Теперь по нему и до победы. Можно, конечно, и здесь смотреть, можно смотреть и здесь, где хотите, но кто его знает. Деды дураками не были, они все тут, это крупняк весь уже посмотрели. А вот можно на жиле с другой стороны где-то поискать кварчик и заглубиться. Это все можно, все в ваших силах. Да и понимаете, если жила мощная, вот как большие какие-то копии, жила между ними мощная, то есть вам, ну, не взять ее. Может, неделю-две будете работать, не факт, что вы докопаетесь до занора, а на излете, где жила, вот хвосты эти, с другой стороны хвосты, там можно попробовать. Может быть, в течение одного дня даже.
чтобы можно было нам чайку выпить, обед сделать. На обед не пойдем в целях экономии времени. Субтитры сделал DimaTorzok.